Девочки, мальчики, привет, мои дорогие. Я в таком виде, конечно. Слушайте, ну неважно. Я еду в парк кормить уточку. Взяла с собой, я сейчас покажу вам. Сейчас. Вот, видите, Геркулеса целую кадушку налила воды, размочила там водой Геркулеса. Еду кормить. Короче, не знаю, найду я их или нет, но посмотрим. Комментарии, конечно, под прошлым видео с уткой меня, конечно, поразили. Чем поразили? Наташа, забери к себе эту утку домой. Вы сами представляете вообще, как это можно? Забрать утку дикую домой, чтобы она везде бегала, срала, чтобы вы ее везде ловили? Или как вы это вообще представляете? Как вы представляете, чтобы Винсент построил для нее бассейн? Одна женщина написала, как же чудовищно отмечать праздник во время того, что утка умирает. Я хочу спросить, а вы что праздники-то отмечаете? Праздники, Новый год, разные праздники, когда в это время кто-то умирает. Вы же знаете прекрасно, да, наверное, что каждую минуту кто-то от чего-то умирает, кто-то кого-то избил. Бегайте по улицам, выискивайте, кого вы можете спасти, прежде чем думать о том, чтобы какой-то праздник отметить, день рождения там своему ребенку или что-то еще. А я не могу. Про ветеринарку. Я хочу вам сказать, от этих уток стараются избавляться, потому что их очень много, они считаются invasive, такие, значит, creatures. И ни один ветеринар не возьмет утку вылечить у себя. А все, что они вам скажут, это, вы знаете, это природа. Да? Только это, если ваша утка, вы живете где-то в сельской местности, и у вас утка заболела, вы привезете, вы заплатите, значит, деньги за то, чтобы его вылечили. Это очень дорого стоит. Это не Россия, где копейки стоят ветеринары. Опять же, я не знаю, что вы мне сейчас напишите, скажете, у нас не копейки. Ну, в общем, видимо, копейки, раз вы думаете, что каждую дикую утку кто-то может отвезти к ветеринару, вылечить, потому что бесплатно никто лечить их не будет. Никто не оставит. Потому что эти утки, я хочу вам сказать, когда я работала в банке, они вокруг банка, вокруг здания плодились везде, их выгоняли, и это всюду, значит, никто их лечить не будет. Поэтому все, что я могу, покормить утку, да, все, что я могу. Кстати, здравствуйте. Вот, и больше я ничего не могу. Вот я сейчас еду, покормлю ее, если она выживет. Если она не выживет, то это, опять же, это законы природы, девочки. Успокойтесь уже. Что же это такое? Ведь ничего показать нельзя, тут же посылают каким-то ветеринарам. Мужа пьяницу показала, бывшего, как говорится, умер уже, пусть земля ему будет пухом. Но когда показала мужа первого, который нам никогда не платил элементов, который нам, значит, много горя принес, забирай чуть ли не в Америку, бедный мужик, как тебе не стыдно и все такое. Конечно, сравнивать мужа с уткой я не буду, но, девочки, конечно, очень многие написали, что Наташа, спасибо, что ты покормила ее, и очень-очень здорово, что ты это сделала. Это все, что я буду делать для утки, да, могу покормить. Но вести ее в ветеринар. Вы знаете, сколько таких уток вокруг вот этого озера? Вот этих хромых, которые с кем-то кто-то воюет. Их очень много вокруг озера. Я просто не искала, не выглядывала всех уток, да. Вот мне попалась эта парочка, как говорится, и все. Там с боярочкой, как там говорят. И все. Их очень много. Поэтому для того, чтобы писать, отвези ветеринарку, значит, утку, я вам так скажу. Там, где вы живете, я вот про Россию говорю, да. Мне не надо говорить, что этого нет. Потому что я жила сама в России. Очень много бездомных собак. Они стаями ходят, бездомных кошек. Так вот, я хочу сказать вам, вот намного проще взять бездомную собаку или бездомную кошку в дом, откормить, попоить, и пусть она у вас живет. Вы никто из вас, кто вы сейчас вот мне написали, ну, никто из вас, я, конечно, говорить не могу, что я никто, но очень многие из вас этого никогда не сделают. Но будут выставлять мне счет за эту утку, за то, что если она и погибнет, так еще меня обвинят в том, что она погибла. Все, проехали, короче. Это мы проехали. Дальше. Мне вернули маску. Пришла мама с девочкой, с маленькой. Девочка, оказывается, маску случайно эту взяла, положила в мешок. И так как они были только в одном комьюнити, это в своем, в нашем, они ходили по домам и спрашивали, чья маска, представляете? И вот они к нам пришли, говорят, не ваша маска. Я говорю, ой, моя, спасибо большое. Так что маску мне вернули.
Винсент тоже был в шоке. Он говорит, я в шоке, говорит, как они вообще... Потому что дети обычно ходят по комьюнити, не по одному комьюнити. Дальше, комментарий. Как тебе не стыдно давать по одной конфетке детям? Надо кучу и давать. Вот представляете себе, к вам пришло 150 человек. 150 куча. Вы можете представить, сколько это на конфет? Как раз дети должны брать одну конфетку с каждого дома. Вы знаете, сколько они домов могут обойти за вечер? Не один комьюнити. Три комьюнити. Они начинают это с 4 вечера и до 9. 5 часов они ходят. Они приносят мешками домой эти конфеты. Вы мне написали, что мы жадные с Винсентом. Винсент очень скупой, сказал по одной конфетке. Да, мы всегда так делаем. И берут у нас только по одной конфетке. Если мы жадные, пусть мы будем жадные. Кто-то написал, что я самые дешевые конфеты выставила. Там были шоколадные конфеты очень хорошие и была жвачка. Но если для вас они самые дешевые, я не знаю. Не знаю, что сказать. Значит, мы жадные, значит, мы дешевые. Но, как говорится, как есть. Поэтому писать и выпрыгивать из штанов, причем из своих вонючих штанов, это тем, кто вот это все писал. Обратите внимание на себя, на свой образ жизни, как вы себя ведете, что вы говорите о других людях, что вы дали другим людям, какую радость принесли. Сомневаюсь, что вы принесли хоть какую-то радость детям или людям, или кого-то спасли, кто вот это все вот пишет. Опять же, если вы посмотрите под мое видео, их немного таких комментариев, их очень мало. Но те, кто блогеры, поймут. Вы можете прочитать 1000 милых комментариев, и один из них вас заденет за живое, и вы запомните только его. Ну, так человек устроен, поэтому я отвечаю именно на комментарии, которые писали абсолютно недалекие люди. А сейчас мы с вами едем кормить нашу уточку. Так, ну что, вот уточки были здесь у нас. Я пока не вижу наших. Принесла целую банку этой замоченного геркулеса. Утку не вижу. Да, я знаю, что ты ко мне идешь. Нет, нам надо найти ту уточку, которая у нас болела вчера. Опять же, я даже не знаю, найду ли я ее. Возможно, ее съел енот. Такое все может быть, девочки. Все может быть. Если нет, не найдем, то значит, отдадим другим. Ну, пока пойду вокруг озера смотрю. О, смотрите, какая парочка тут сидит. Черепашка и боярочка, как говорится. Так, ну чего? Во. Смотрите, как клево сидят. Друг другу рассказывают стихи, наверное. Ну, чего тут у меня делается? Видите как? Ну, пойдемте дальше смотреть, где наша уточка. Ой, не знаю, мне кажется, вот я вижу розового. Но хотя я могу ошибаться, конечно. Вот. Может, это нет, это не он. Где же мне ее найти-то? А, вот розовый. А где уточка-то? Ну-ка. Слушайте, розовый здесь, а уточки нет. Вот он. Ты что, зараза? Ты куда дел-то ее? А? Где? Это ведь он? Розовый-то. Да я знаю, что ты хочешь. Да, я тебе тоже дам. Подожди. А где уточку? Куда дели уточку, маленькую девочку? Нету. Странно. Странно. Да, я знаю, ты хочешь, да, так смотрит прям в глаза. Так, а там что у нас за тусовка? Ой, посмотрите, что они делают. По-моему, они вот эту утку мучают. Или это не она? Погодите. Нет, это не ее мучают. Но все равно, смотрите, скоты. Сразу вдвоем. Видите, они какие мерзкие. Посмотрите. Посмотрите, что делают. Ужас. Ужас, что делают. Ой, где же утку-то нам искать, девочки?
Где же найти-то ее? Не могу, не вижу я. Может, ее енот сожрал, конечно. Это все может быть. Значит, будем кормить других. Но я пока все не обойду, я, конечно, никому ничего не дам. Да. Вы, зараза, тут, наверное, не знаю даже, где найти мне ее. Ну, короче, я не знаю. Вот она может быть только среди вот этих белых уток, но ее там тоже нет. Она далеко так уйти, честно говоря, и не могла. Сейчас будем смотреть, может, где-то лежит на траве здесь. А я не заметила ее. Там, видите, тоже кормят. Но розовый вот он там. А где твоя подруга розовая, я не знаю. Да, розовая я увидела. Вот это, может, она тут вот лежит. Сейчас будем проверять. Нет. Все ходячие. А может, выздоровела уже, он как бегут. Блин, где же мне найти-то тебя, куколка моя? Видите, как мама с девочкой кормят. Слушайте. Мне прям аж поплохело, что я этого розового увидела. Вот он, вот он. Это он вчерашний розовый. А где он? Куда дел? Где твоя подружка? Где она? Потерял он ее. Все, нету. Потерял. Так, ну что, пришла я уже на мыс. Посмотреть, нету ли утки. И вот посмотрите, что я здесь обнаружила. Посмотрите. Вот. Вы думаете, что это? Это енот. Ну, скорее всего, эту утку уже съел енот. Видите? Если таких... Ну, это тоже, наверное, какой-нибудь больной был, потому что не мог убежать. Ладно, девочки, что хочу сказать. Утка не мучается больше зато. Ничем не могу уже помочь этой утке, потому и розовый уже бегает, как он, видите, один другого настигает. Видите, как настигает. Видите, что делает? Скандал. Опс. Опс. Видите, как? Насилие в семье, как говорится, да? Да, а этот, видите, третий защитил. Ой, защитил, молодец, молодец, девчонку защитил. Видите, как они. Ой, как вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как я и сказала, это водоворот природы. Енотам надо есть. Вот, они поели. Поэтому пойду белых уточек кормить тогда. Уже раз, как говорится, та белая уточка у нас не выжила. Пойду белых покормлю, как говорится, в память ей. А там уже кто придет. Вот такие вот они. И им тоже достается, конечно. От... Разве вы можете спасти каждую утку, которую кто-то обидел? Никогда в жизни не спасете. Во-первых, розового буду кормить сейчас. Он вчера очень хорошо защищал ее. Правильно говорю? Правильно. Поэтому я... Он до сих пор он кричит, наверное, плачет, сори. О своей. Иди сюда, мой сладкий, иди сюда. Иди сюда. Смотрите. Иди, иди, иди. Иди, я тебе дам, 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 дам. Иди сюда. Ой, уклонюсь. Иди, на. Не, не ты, не ты, не ты, не ты. Вот. Ты. Нау, 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 нау. Нау. Видишь, как он не дает. Иди. Розовенький, иди сюда, иди, миленький. Иди, иди сюда. Ай, смотрите, какой наглый. Иди. Нет, не ты. Опс, подожди, подожди, не наглей. Не наглей. Нет, 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 не наглей. На, 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 на. На, 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 на. Ой, 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 собрались, собрались. А розовенькому-то ничего не даем. Погоди. А вот, блядь, зараза, а. Ну, посмотрите, вокруг меня тут их сколько. А, вкусно, да? Розовенькому, вот. Блять. Подождите, девочки, я матом ругаюсь, но ничего не могу сделать. Иди сюда, на. Так, подожди, подожди.
Паразит, а? Какой паразит? Ведь не дает никак. Видите, розовый-то не может ничего пожрать. На, на, на быстрее, на, держи, ну. Что ты боишься-то? Иди сюда. Бля. Не подпускает эти, вот видите, какие заразы. Нет, не тебе. Так, отойди. Отойди, какой прям тут сразу в бочку лезет. Нет. Все, нет. Розового буду кормить. Я такая сижу. Подожди. Не все тебе принесли тут. Иди, миленький, иди сюда. Иди, 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 мой сладкий, иди. Иди. Иди, на, на, на. Иди кушай. Не бойся ты меня. Ну ты же вчера у меня ел из рук. Ну это разве не ты? По-моему, он. Ну конечно, ты-то, конечно. Ты-то да, ты-то да. Ах ты, зараза. Ты его еще клюешь? Ничего больше не получишь. Ничего. Все. Иди нафиг. Видите, розового не пускает. Он как дурачок. Ничего не может. Иди сюда, на. На, я тебе принесла специально. Тебе и твоей подружке. Иди, на, держи быстрее. Держи, мой любимый. Иди, вот, вот. Иди сюда. Ну, не знаю я, что тебе давать. То ли он это не ест. Не знаю, почему он не берет-то. Иди, иди, вот, 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 иди сюда. Он не ест, что ли, геркулес? Не знаю, что он не ест. Нет, не ест, видимо, геркулес. Все остальные жрут, как эти, как не в себя, блин. Вон, что делается. А этот-то вообще толстый, вон. Ну, вот вам, всем тут, на орехи. Ну, ну, нашел, ешь. На, еще тебе, ешь. Дурилка маленький. Видите, какую тюрю я им принесла. Да, та птичка не выжила 100%. Да, он не любит, видимо, геркулес, что-то не ест. А эти-то вон хороши. Да, 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 да. Да, вам нравится, конечно. Нет, он не ест это вообще. Не знаю, что с ним не то. Может, страдает от того, что у него умерла его подружка. А эти-то длинноносые-то. Длинноносые-то всех. На, иди. Иди, на. Они прям с рук едят, им пофиг. Вон, видите? Видите, как они. Мужик, сразу видно, мужик. Да. Жрёшь, как лошадь. На. Ешь. Тут прям с водой еще. Смотрите, как вкусно им. Угу. Вкусно? Конечно, вкусно. Сейчас, если я все скормлю и эту утку увижу, я с ума сойду, наверное. А чего ты? Всех отгонять собрался? Кто тебе помешал? Он тоже большой какой. На. Ой, ну все. Короче, потерял он свою подружку. Вытру об себя. Буду все равно стирать джинсы. Ладно, пойдемте дальше. Кого-нибудь покормим. Тут стоит вот так вот кинуть, смотрите. Они сейчас все побегут. Все побегут сюда. Яяешки. Голь, 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 голь. Ай, голь, 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 голь. Так, оставлю бочку вот эту. Пусть они
кто сможет из них, тот и пусть ест. Кто самый сильный, тот наестся. Будем смотреть, как они это будут делить между собой, эту бочку меда. Ой, а там-то какой идет. Ё-моё, посмотрите. Вот это барон. Вот это барон идет. Жопу еле-еле двигает. Ну, посмотрите. Ё-моё, иди сюда. Иди, ты оголодал, наверное. Конечно. О май гад. О май гад. Сейчас он тут всех раздвинет локтями. Ой, иди быстрее сюда. Мы тебя покормим. Иди. Он тоже утка какая. Селезень. Иди быстрее, тебя покормим. Иди. Да. Вот, иди. Вот банку тебе. Ну. Он тоже, ой, какие они. Они как... Ты что, зараза? Вот они очень агрессивные, эти черные. Очень агрессивные. Вы знаете, я с другой стороны рада, что вот она у нас отмучилась и все. Кстати, пойду я так белых-то и не покормила этих гусей-то. Что-то так и не дошла. Ладно, барон, извини. Давай я тебе чуть-чуть дам. Иди, иди сюда, на. На. Или это уже не барон, а вон барон-то сидит. Что-то некоторые из них и геркулес не едят. Посмотрите, что. А я-то ведь специально прочитала же в интернете, можно ли геркулес уткам. И написано, что геркулес очень хорошо для уток. Поэтому я и принесла геркулес. Сейчас буду их кормить. Они, видите, какие хорошенькие. Те какие симпатичные. Это вообще вон красота. Красота. Ну это ты не относишься к той фамилии. К той не фамилии, а к той этой. А это не моя, которая уточка сидит. Ну как? Нет, не она. Да, я знаю, что. А он Зинаида. Ой, так это наша знакомая Зинаида, оказавшаяся мужчиной. Да? Да, Зинаидка? С крючочком. Ну, давайте. Будете вы есть это, нет? Они, заразы, это даже не едят. Вот этот какой красивый серый, смотрите, офигенный. Ну? Вы что, оборзели, что ли? Ну, сейчас он... Армия красная подбежала уже, все. Сейчас быстренько вас. Вот видите, как раз клюнул. Ой, ой, ой. Ой, да. Красная армия вон прибежала, все, и это. Вон даже у нас на спине в одной. Я на спину прям кинула. Ой, как вы красиво разговариваете. На, ешь. На, ешь, ешь. Ешь, дурилки. Дурилки. Угу. Ну ладно, ничего, девочки, что. Зато перед смертью она поела кукурузки. Этот, смотрите, за спиной с кашей бегает. Сейчас тебя всю его исклюют. На, барон, тоже еще тот. Нате вот. Вам целый горшок. Ешьте. Да, целый горшок вам. Они не поймут, что это в горшке-то. Давайте, ешьте. Вот одна вроде как сообразила. Ну-ка, погодите, я вроде уточку вижу. Ну-ка, погодите, погодите. Ну там не наша уточка сидит. А, нет, нет, это дрог. Это гусыня какая-то. Нет, той уже нету. Но этот розовый, он бы у нее и был там. Блин, ну что тут у меня с камерой-то? Розовый-то он бы с ней так и был бы. Не отошел. Не отошел бы. Ну, видимо, разодрали за ночь. Простите, к себе домой не принесла. Так, вот. Я думала, что это она, а нет. Не она. Ладно, доедайте. Что с вас еще возьмешь? Красотуны такие некоторые, что вообще. Одна-то у меня прям с кашей на спине так и бегает, нет? Ну вот эти вот длиннорылые-то они всех больше полюбили.
А эти-то не едят это. Видите? Прям голубая кровь стоит. Не знаю, чего уж они живут. Ну, чего? Ешьте. Мяукают, мурлыкают, говорят. Ты-то красота, красотун тоже. Что там говорить? Такие цвета шикарные. Видите, они с каким удовольствием едят. Не знаю, чем вас еще кормить. Там тоже красивая утка. Смотрите, какая прелесть. А, скажи, смотрите, ходит. Теперь тебя будут есть. Как я его отряхну? Мне уже его не отряхнуть. Давайте я все выкину отсюда, и вы будете тут есть. Все. Ой, друг друга отгоняют. Никому прохода нет. Вот белый тоже начал есть. Геркулесик. Ну ты что стоишь, иди. Благодарите подружку, которая сегодня погибла. За то, что вас сегодня накормили так. Да. А некоторые сами не жрут, но других отгоняют. Господи. Ну вот. Все, пустая коробочка у меня. Нету уточки нашей, к сожалению. Ой. Помянем, как говорится, уточку, да? Значит, какое-то животное осталось сегодня не голодное. Уточка тоже съела в свое время рыбку, которая тоже хотела жить. Вот так вот и это. Вон, видите, тоже идет с крылом подбитым. Ну, пожалуйста, вам. Тоже мне надо домой бежать, нести его. Ну. Тут полно всяких уток. Тут же еноты ночью ходят, так они тут и ногу отгрызут, и что хочешь. Вон, белки еще между собой там прыгают, он играет, видите. Ну, все, что это ругайтесь-то уже, не из-за чего ругаться-то, ничего тут нету. Господи. Посмотрите, что. А вы говорите, люди. Птицы-то вон и то вон за жопу друг друга клюют. А чего что с людей спрашивать? Только дай, как говорится, повод поклевать кого-нибудь. Клюнут и фамилии не спросят. Да. Ну, давайте вон отсюда тоже выгребла. Осталось чуть-чуть. Такой носик у них остренький. Так удобно им все это собирать. Ой, ладно, девочки, что делать? Ругайте меня, не ругайте. Но я скажу одно. Каждую минуту погибает бездомная собака или кошка. Или птичка. Спасайте животных. Или хотя бы покормите их. И то будет толк. Вот этот мужичок кормил, я у него тоже спросила, не видел ли он уточку. Он говорит, не видел, но может в той стороне. Я в ту сторону пошла и не нашла. Там тоже вдалеке думала уточка, оказалось, вот эта длинноносая сидит вон там. Вот. Ладно, вот он тоже, видите, как красиво кормит их. Он их по кусочку им дает. Они из рук у него едят. I couldn't find that duck. Probably she died. I don't know, she was over there this morning. She died. Because it's nowhere. Он говорит, утром была там. Не знаю. Видите как. Ой, пойду вымою чашку эту в туалете. Потому что я такое принесу в машину. Оно все в Геркулесе у меня. Да. Я думала, что будет так. Но надеялась. Помните, как был такой тоже гусь, очень-очень больной. Я к нему ходила несколько раз. Ну, естественно, он уже погиб. Тоже несколько раз ходила ему и носила еду. Помните? Ну, тот меня давно смотрит, помнит. Тот
Но он долго жил, как-то что-то... И через месяц я пришла, опять его нашла. Вот. А это, видите, не выжила. Вот. Я поняла, что она не выжила, потому что розовый уже один. Потому что он не отходил. Или она не отходила, я не знаю. Вот туалет. Сейчас вымою здесь все. Ну вот, видите, как вымыла. У меня там в машине есть салфетки. Надо было мне салфетки, конечно, с собой взять. Я их забыла взять. Я их взяла специально, чтобы руки вытирать от Геркулеса. Но не взяла с собой. Вон девочки тоже что-то сидят там. Болтают в парке. А, они что-то продают. Какие-то байбл. Байбл. Все. Да, вчера вот я здесь их оставила у деревца. Даже перьев не осталось. Видите, от одного там прям остались перья и, как говорится, хребет. А тут ничего не осталось. И слава богу, что ничего этого мы не видим, я считаю. Правильно? Так, вот тут чего у нас валяется? Нет. Тут кукла Барби валяется. Ой, ладно. Пойдемте в машину. Сказка закончилась про эту уточку. Будем ходить иногда в этот парк и проверять, где чего творится, где что случилось. Без всякой ругани и спешки. Я вас уверяю, что ни один ветеринар бы сюда не приехал. И я бы ее тоже никуда не повезла. Поэтому она была, к сожалению, обречена. У меня, видите, салфеточки здесь лежат. Сейчас вот так вот поставлю ее. Вот так поставлю все. И поедем. Ладно, не ругайтесь. У меня весь телефон в Геркулесе. Сейчас буду мыть. Не ругайтесь, дорогие мои. Жизнь есть жизнь. Все мы умираем, не только уточки. Поэтому так. Наверное, грустно сегодня видео опять, но я уверена, что все бы спрашивали, где уточка, как у нее дела. Ну вот, у нее все дела теперь на небесах. Спасибо вам за лайки. Доброго вам дня. Берегите себя и своих близких. Пока.